Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 1.6 бензиновый, 75 лошадиных сил. Механическая коробка передач, задний привод, машина 1973 года выпуска. За 5 лет. Так как в салоне сидух пассажира не было, немного покумеков и найдя сиденье с подогревом от Mazda 3 в сервисе, где-то лежали, ждали меня со словами какой-то матери: 3 часа и сидушки установлены. Электрику подключать будет электрик с огромным списком хочушек лука. А позже буду перешивать салон в бежевый цвет. Главное — собрать всю целостность салона. Собрал переднюю подвеску. Готовлюсь к покраске. Ну вот, настал тот день, когда все раскидал. Сдается мне, что к выезду на автостраду не успею. Но зато есть время подобрать и обновить все резинки, салон доделать и так далее. Решил собрать передок. Установил гидрорулевую рейку от Ford Granada Scorpio. Установил насос и шкив для двигателя OHC. Установил выпускной коллектор Stinger. Установил АКПП, промудохался целый день. Поставил стартер, а он, собака, не крутит, отдал на ремонт, ждем приговора. Кузов окрашен, начинаем сборку, ждем окрас остальных деталей. Цвет глубокий, черный, глубокий. Шумка багажника. Вот и произошла свадьба между кузовом и двигателем, потом придется переваривать крепление для коробки. Установил новый воздушный фильтр, когда газу звук, как будто у меня там турбина. Привезли зеркало, установил, неплохо смотрится, зеркало от копейки. Сделано. Установлен новый мозг взамен моего от Волги. Один в один. Заменено сопротивление на катушку. Катушка зажигания новая. Проложена новая коса с максимум проводов для подключения всех элементов. Новая коробка предохранителей и релюшек. Куплен новый генератор на 90, еще не поставлен. Проклеена печка теплоизолом, сейчас в поисках более высокооборотистого мотора. Подключен тахометр с приборной панелью. Проклеен салон виброй, шумоизолом, потолок позже проклею, когда буду перешивать его. Установлена кнопка аварийка. Сигнализация.
Открытие багажника с пультом брелка. Свет в багажнике на его открытие. Усилитель плюс банка. Установлены светлые поворотники. Ксенон. Свет в салоне на открытии, как только боковинки поставлю, в них тоже плафоны интегрируются. Будет омыватель лобового стекла. Перебраны передние суппорты и заменены колодки, на днях приедут задние новые барабаны плюс колодки плюс пружинки и проставки в передние суппорты, чтобы установить вентилируемые тормоза. Собственная инсталляция была несложной, взял старый руль, освободил от пластмассы и приварил к новому рулю, единственная засада с центральной пипкой, но решение долго не заставляло себя ждать. На глаза попался поплавковый элемент от копейки, по-моему, с пробкой поплавок снял, а из пробки сделал шайбу держатель пипки. Сиденья приехали, отдавал на перепрошивку под черный салон. Добрался до сервиса сегодня по итогам. Установил сиденья, опустил их по максимуму. Установил расширительный бочек к радиатору. Установил рычаг поворотников от сигнала, он уже загнул был как надо под мой руль, поменял личинку на зажигание в сборе с рулевой колонкой. Не знаю почему, но она почему-то свободно ходит вперед-назад. На моей прошлой было стопорное кольцо, а на этой этого даже в амине нет, позже буду разбирать и ставить внутрянку свою пластиковые пороги в салоне. Забрал домой решетку, буду перекрашивать и голову попробую полминутой лаком покрыть. Установили переднее и заднее стекло. Кстати, на будущее. Вставляйте молдинг в резинку до установки стекла в машину. После установил подарок Салли 2-1 голову за 3000. Настроен выхлоп Subaru Sound. Выхлопную систему по бокам из нержавейки, все соединения и раздвоитель варил сам обычным кемпом. Установил дворники и сами же резки новый, приклеил накладку на багажник, разгреб сам багажник и уложил сап, вставил молдинг в резинке лобового стекла. Задняя накладка алюминиевая. А вот новую решетку и по итогам нигде не нашел, то себе и никто не отправляет, то ценник за 100 евро и решил перекрасить сам. Фотка с светлой решеткой так было с темно в полоску стало, ну и салонное зеркало от старой Волги, так как мое совсем было убогое обшарпанное, стекло треснутое.
разобрал новый, вставил шток от своего, подогнул пластинку и немного выпрямил стенку, и вауля. Тюнинг багажника. Двигатель родной UHC-1.6 карбюратор. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.